Более 50 человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями в центральной части Афганистана. По данным информационного департамента центральной провинции гор, в результате ливней были перекрыты многие дороги и были полностью разрушены 2000 домов. Такое же количество жилых объектов оказались под водой в провинции Фирозкох. По данным СМИ, 12 мая из-за наводнения на севере Афганистана погибли 315 человек. Еще 1600 получили ранения. Наводнение началось вчера ночью. Оно причинило большой ущерб и разрушило дома людей. У нас нет питьевой воды и хлеба. Детям нечего есть. Дождь усилился и стал проливным. Когда началось наводнение, мы не хотели выходить и остались дома. Но вода разрушила дома и имущество людей в городах и селах. Наводнение привело к гибели всего скота. Для оказания поддержки Афганистану Турция направила в страну партию гуманитарной помощи. Груз содержит 2000 одеял, 14 тысяч тонн продовольствия и 7 тысяч тонн медикаментов. Помощь планируется распределить среди жителей афганских провинций Баглан, Тахар и Бадахшан, где, по данным ООН, 10 и 11 мая в результате схода селевых потоков погибло более 300 человек.